Здравствуйте. Представляем маслобойку на 200 литров. Люк загрузочный 200. Смотровое стекло. Кран полдюймовый. Внизу стоит 40-й кран для выгрузки. То есть активатор, стоят лопатки. Крышку закрыли. Закрыли. Так, включаем сетевую кнопку. Включаем мешалку либо в одну сторону, регулируем резистором. Либо в одну сторону, либо в другую. И заказали заказчики автореверс. То есть автореверс по 15 секунд работает в одну сторону, 15 секунд работает в другую сторону. То есть ограничитель сказали не надо, поэтому сделали без ограничителя. То есть работает сюда, в эту сторону рамка с нержавейки крепится к полу. То есть 15 секунд маслобойка перевернулась и работает в другую сторону. То есть работает с автореверсом. Здесь можно, то есть, менять его. То есть добавляем скорость либо быстрее, либо медленней. Все перевернулось. Все, маслобойка готова к работе.